Гуча в одном из своих фильмов о ориентировании в лесу. Мы уже с вами коснулись темы ориентирования по компасу, изучили с вами азимуты, как ходить по аварийному азимуту. Кто не видел этот фильм, обязательно посмотрите. Это получились такие объемные материалы касаемо ориентирования в лесу. Ссылочку я оставлю в описании. На этот раз, друзья, предлагаю нам с вами разобрать не менее важную тему, такую как ориентирование по карте, по картам бумажным, я имею в виду картам и компасу. Я думаю, что такой навык будет полезно иметь в багаже знаний каждому путешественнику. Мы с вами разберем детально, как уже у меня по традиции заведено, я вам объясню и покажу, как ориентироваться по географическим картам и компасу, как планировать свой маршрут и все вытекающие из этого действия. Ну что ж, поехали, друзья. Перед нами туристическая карта Костромской области. Вот мне под руки попалась такая, с ней мы с вами и будем сегодня работать. И давайте для начала немного теории, я вам вообще поясню базово, что представляют собой такие карты, что необходимо о них знать. Во-первых, запомните такую вещь, друзья, что все карты ориентированы строго на север. То есть вот верх карты направлен на север. Правда, тут есть один такой очень важный нюанс. Вот опытные путешественники, они сразу скажут, что географический или, как его еще называют, истинный север и магнитный север не совпадают и будут абсолютно правы. И мы к этому с вами еще обязательно вернемся, но чуточку позже. А сейчас давайте продолжим изучение нашей с вами карты. Большинство из таких карт имеет квадратурную разметку, то есть они поделены на квадраты. Ну, к примеру, вот этот вот квадрат, это у нас 2b, вот 2b, вот он квадрат, а вот этот вот 3a. Вот так они и делятся, практически все карты. Сделано это, друзья, для удобства навигации по самой карте. Ну вот, к примеру, нам нужен с вами поселок Северный. Вот мы на букву S ищем его, вот он Северный. И он находится у нас в квадрате 8b. Вот ищем. Так, тут у нас шестерка, значит 8 на другой стороне уже. Так, вот он квадрат 8, вот Б. Значит, поселок Северный в этом квадрате. Ну, собственно, и вот он у нас сразу с вами. Вот он виден. Также очень важным параметром любой карты является ее масштаб. От масштаба зависит, собственно, сама детализация карты. То есть, грубо говоря, это масштаб – это отношение, во сколько раз уменьшены объекты какие-либо при нанесении изображения их на карту. То есть чем меньше это самое уменьшение объектов, тем, соответственно, и масштаб карты будет крупнее. Ну и наоборот. То есть, проще говоря, чем крупнее масштаб карты, тем подробнее и точнее можно изобразить на ней местность. К сожалению, вот данная карта Костромской области имеет довольно серьезное уменьшение масштаба, что делает ее малоинформативной на каких-то конкретных выделенных участках, на каких-то квадратах. Но, к сожалению, другой у меня не нашлось, поэтому будем работать с тем, что имеем. Впрочем, для примера, вот ориентирование по карте и компасу, нам и эта карта вполне с вами сгодится. Кстати, вот здесь указан и масштаб этой карты 1 к 500 тысячам. То есть в одном сантиметре карты у нас с вами 5 километров. Ну, давайте вот в качестве примера рассчитаем расстояние между двумя населенными пунктами. Вот мы с вами берем нашу с вами щепочку шириной 1 сантиметр и откладываем отрезки. 1, 2, 3, 4. То есть расстояние между вот этим населенным пунктом и северным нашим с вами, раз уж так пошло, 4 сантиметра. Ну вот давайте еще и по линейке сравним. Ну да, приблизительно 4 там с небольшим сантиметра. Теперь мы 4 помножаем на 5.
и получаем реальных 20 километров. 20 там плюс-минус. То есть расстояние между двумя населенными пунктами по прямой составляет 20 километров. Еще, друзья, у всех карт существует так называемая легенда. Это информация о населенных пунктах дорожной сети, гидрографических каких-то объектах. Все они здесь вот описаны. Кстати, вот даже есть полевые и лесные дороги, что, в принципе, нам для туризма тоже, может быть, иногда полезно. В принципе, друзья, по большому счету, для работы с обычными туристическими картами данной информации нам будет вполне достаточно. Да, существуют, конечно, еще военные карты, так называемые карты Генштаба. Они куда более детализированы, чем обычные туристические географические карты. Да, на них нанесены те объекты, которые может не быть на обычных картах, так как к ним предъявляются куда более строгие требования по детализации. Вот. Такие, кстати, фрагменты таких карт вы можете разыскать в интернете. Сейчас их уже выложили. При желании их изучить, но в рамках данного фильма нам вполне будет достаточно той информации, которую я сейчас дал по работе с обычной картой. Вот, кстати, эти на службе мы как раз учились топографии именно по картам Генштаба. Но нам, в принципе, вот найдете в интернете, я сам сейчас посмотрел, информации много. Если тема интересна, изучите, как обращаться и с такими картами. Но мы возвращаемся, как говорится, к нашим баранам. Ну и теперь, когда мы с вами понимаем базовые принципы устройства организации таких карт, переходим к практике. Допустим, нам с вами требуется добраться вот из этого населенного пункта через лесной массив, вот к этому населенному пункту, то есть пункт Новоселовское, да, поселок, в пункт Васеново, что на реке Большая Шанга. Кстати, эта река, я знаю, это приток реки Ветлуга. Очень красивая река. Кому интересно, изучите эти места. Места вообще замечательные. Я охотился в тех краях. Кстати, привет всем жителям Шаринского района, в частности, поселка Новоселово. Ну и вообще, костромичам низкий поклон. Возможно, нас даже кто-то сейчас смотрит из этих краев. Ребята, жму руку. Так вот, допустим, привезли нас с вами на автомобиле вот в этот населенный пункт. Там же нас высадили. И нам с вами предстоит интересный, ну, может быть, и довольно трудный путь в Васеново. Я вот не знаю, возможно, это уже даже урочище, могу ошибаться, но вот здесь вот, видите, судя по легенде, здесь проходит как раз-таки лесная дорога. Она нам, в принципе, не понадобится, мы с вами постараемся пройти по прямой, пересечь вот этот лесной массив с ее речушками, болотами, озерцами и так далее. Итак, друзья, для начала нам с вами нужно сориентировать карту по компасу. Вот берем наш с вами компас, кладем и находим, ну и вот стрелка у нас указывает на север, совмещаем ее с нулем, вот этот вот штрих, и теперь вращаем карту, не компас, а как бы карту саму, вращаем до совпадения со стрелкой компаса, ну вот этих вот линий, то есть верха карты. Можно, кстати, хорошо ориентироваться вот по этим линиям самой разметки. Вот сейчас вот карта у нас, в принципе, довольно точно смотрит на север. Север у нас вот там вот. Карта у нас сориентирована. Мы с вами вот здесь вот. Идти нам вот сюда. Берем компас и кладем центром, желательно, на этот населенный пункт. И теперь проворачиваем вот это визирное кольцо компаса, так, чтобы указывало на наш с вами конечный населенный пункт. Но вот, да, в предыдущем видео по ориентированию я назвал почему-то вот это визирное кольцо, я его почему-то назвал колбой. На самом деле меня правильно поправили, это именно визирное кольцо. И вот еще за что я люблю этот компас, я уже об этом говорил, но еще раз скажу. Этот компас... ну, был сделан для военных, образца СССР еще. Он имеет здесь еще и вот такую вот мушку, и целик, и мушку, что обеспечивает удобство
как бы движение к какому-либо выбранному объекту. Или вот, скажем, для уточнения азимута нашего с вами конечного населенного пункта. Ну вот еще раз давайте, как бы положили компас. Так, север, север, все ровненько. И провернули. Вот у нас с вами получается 315 градусов. Вот так вот. Да, 315. Вот у нас с вами мушка туда указывает. Вообще, конечно, друзья, я сторонник точности во всех делах. Поэтому лучше будет, если вы по линейке как бы прочертите линию своего маршрута. По ней же уже намного удобнее будет определить ваш азимут, азимут вашего, ну, конечной точки, да, населенного пункта. Ну, в данном случае у нас так и есть 315 градусов. И теперь, друзья, самое интересное. Вот, казалось бы, взяли мы этот с вами азимут, 315 градусов, и преспокойно пошли по нашему маршруту. Все бы так, но есть один существенный нюанс. Дело все в том, что карты направлены, сориентированы на географический север, то есть истинный север. А истинный север и магнитный север, они не совпадают. Ну, вызвано это тем, что магнитное поле Земли, оно неоднородно и постоянно колеблется. Так вот, существует такая погрешность между географическим и магнитным севером. Ее называют магнитное склонение. Магнитное склонение, друзья, бывает двух типов, восточное и западное. Чем южнее вы находитесь, тем это склонение меньше. То есть к югу разница вот между географическим истинным севером и магнитом сокращается. Почему важно учитывать магнитное склонение при построении маршрута по карте и компасу? Дело в том, что если вы не возьмете магнитное склонение для вашей местности и возьмете за истинный север магнитный, а не географический, то при склонении, вот отклонение там в 10 градусов, отклонение от вашего маршрута составит треть пути. Скажем, если вы идете 10 километров, то отклонитесь вы примерно на 3 километра. Идете вы 20 километров, отклонитесь от маршрута уже на 5-6 километров, что, согласитесь, уже довольно весомо. То есть вот такой промах, скажем, при выполнении каких-то боевых задач, это вообще равноценно как бы провалу спецоперации. Для расчета магнитного склонения для вашего региона существует так называемый калькулятор магнитного склонения, который находится на сайте Национального центра геофизических данных. Ссылочку на этот калькулятор я обязательно оставлю в описании к этому видео. Поэтому при подготовке к вашему маршруту дома обязательно воспользуйтесь этим калькулятором и рассчитайте магнитное склонение для того места, того региона, в который вы собираетесь в ваш поход или экспедицию. Перед съемкой этого фильма я уже заранее рассчитал склонение для города Кострома и Костромской области. В нашем случае эта величина составляет 12 градусов, точнее сказать, 12 градусов и 53 минуты. И склонение, как видите, восточное. Погрешность плюс-минус 25 минут. Кстати, обратите внимание вот на эту строчку. Изменяется примерно на 0 градусов 8 минут за год. Вот почему обязательно нужно всегда уточнять актуальное магнитное склонение. То есть, ну, время идет, магнитное поле Земли меняется, колеблется, а карты, они как были отпечатаны в типографии, так и остаются тех годов. Так что в обязательном порядке заходим на этот сайт и рассчитываем склонение. Это будут самые актуальные данные на конкретный момент вашего похода. Вот, кстати, здесь и дата актуализации, когда я запрашивал склонение. Теперь, зная, что вот в нашем случае склонение у нас восточное и составляет 12 градусов, нам требуется вычесть из изначального азимута маршрута 315 градусов эти самые 12 градусов. Вообще просто запомните, как аксиому, при восточном склонении вычитаем, а при западном прибавляем. То есть восток В вычет, ну а западное прибавляем вот эту величину склонения к нашему азимуту. Ну, у нас восточное склонение, значит, вычитаем его соответственно. И таким образом наш с вами азимут на конечную точку
составит уже не 315 градусов, а 303 градуса. И проворачиваем визир на 303 градуса, соответственно. И теперь, друзья, когда мы с вами зафиксировали вот этот наш с вами азимут 303 градуса, азимут конечной точки нашего маршрута по отношению к северу, мы берем, где бы мы ни находились, как и в фильме про ориентирование в лесу я вам показывал, мы поворачиваем компас мушкой ровно от себя, по отношению от себя под прямым углом, и крутимся вместе с компасом до совпадения магнитной стрелки с севером. Ну, то есть с нулем, вот с этой коричневой полосой. И теперь поднимаем компас и смотрим, куда у нас указывает наша мушка. Ну, в данном случае сейчас вон та береза. В принципе, как бы здесь вот это, до нее тут метров 20. Но всегда старайтесь выбирать как можно более удаленный объект и двигаться к нему. Где-то примерно корректировать маршрут нужно где-то примерно через каждые полчаса, не больше. Ну, так как движение по пересеченке, по прямой, в принципе, невозможно. Вот, собственно, и вся наука. Еще, друзья, маленькая такая ремарка. В принципе, если нам с вами не требуется направляться в какую-то заданную точку по маршруту, а, допустим, ну, вы идете в поход куда-то вот на реку, либо на берег реки, либо вообще в лесной массив, в какой-то вот определенный квадрат, то для такого похода вот эта корректировка магнитного склонения, она, в принципе, и не требуется. То есть вы уже выбираете как бы по магнитному северу, а уж где вы там разместитесь, в лесу или на берегу реки, если вам не важно, то можно это склонение и не учитывать. Что бы еще, друзья, я бы хотел отметить, но это уже касается, наверное, не столь ориентирования, сколько расчета расстояния и времени вашего пути. В принципе, зная вот маршрут, да, и зная масштаб карты, мы с вами можем это рассчитать. Вот берем линейку. Ну, опять же, как я говорил, если нет под рукой линейки, любой предмет шириной в 1 сантиметр, и откладывайте отрезки этим предметом. Ну, у меня есть вот линейка. Так вот, значит, расстояние между населенными пунктами по прямой 4,5 сантиметра. Соответственно, помножаем на 2 и получаем, ой, на 2, на 5, да, 5 километров, и получаем 22,5 километра. То есть наше расстояние, наш путь 22,5 километра. Значит, теперь как примерно вычислить время, можно ведь. Грубо говоря, если учитывать, что человек движется по пересеченке, ну, такой хорошей пересеченной местности, скажем, ну, 2 километра в час, соответственно, 22,5 километра делим на 2, получаем, так, 11:25, 11 часов 25 минут. Это если двигаться по маршруту без перерыва. Так, теперь добавляем сюда остановки на каждые 10 минут раз в час. Ну, примерно еще плюс-минус преодоление всяких препятствий, водных преград. И примерно имеем еще плюс 5 часов. То есть, грубо говоря, это у нас уже сколько? 11:25. Ну, это будет где-то 16 часов 25 минут. То есть, ну, даже, может быть, чуть больше. То есть, примерно ваш путь, вот этот вот отрезок, составит более 16 часов. Уже, да, имеет смысл подумать, возможно, о какой-то дневке или ночевке с таким большим передыхом на где-то полпути и продолжить там на следующий день ваше путешествие. Может быть, разбить даже и где-то на 3 дня, если как бы есть время. Все зависит, ребят, от обстоятельств, от ситуации на самой местности. И да, еще раз скажу, эта карта очень малоинформативная. Поэтому, когда вы идете куда-то в поход, постарайтесь разыскать более детальную карту вот этого вашего участка, вашего места, куда вы собираетесь в поход. Ну что ж, друзья, вот, пожалуй, и все, наверное, на сегодня, что я хотел бы вам рассказать о работе с картой и компасом по ориентированию. Конечно, я понимаю, что сегодня мы с вами рассмотрели лишь какие-то базовые азы,
На этом работа с картой, с картами не заканчивается. Существуют специализированные топографические карты и компасы такие же. Но вот этого базиса вам вполне будет достаточно при планировании вашего маршрута в поход, для похода или вашей экспедиции. Ну, многие из вас, друзья, наверное, скажут, сейчас же век современных технологий, существуют GPS-навигаторы, в конце концов смартфоны, планшеты оснащены GPS-антеннами, встроенными приложениями там, с Google картами, спутниковыми, там, Яндекс.Карты. Так что к чему нам все эти вот танцы с бубном, с бумажной картой и компасом? Я, конечно, не могу с вами не согласиться. Да, современные технологии, это все замечательно, и их обязательно нужно использовать и применять. Они значительно облегчают нашу с вами жизнь. Но по сравнению вот со всей этой техникой, у этих двух вещей, я считаю, есть одно неоспоримое преимущество. Они полностью автономны. То есть не требуют никаких источников питания, не подвержены износу, воздействию какой-то окружающей среды. Карту в конце концов мы можем спрятать в водонепроницаемый пакет, в рюкзак куда-то. Компас также. Да, единственный компас, он может быть подвержен всяким геомагнитным воздействиям. Существуют такие места, так называемые геомагнитные аномалии. И такие места, они обычно уже известны давно, за много лет, как бы их геологи исследовали. Такие геопатогенные зоны, где существуют, возможно, магнитотеодолические разломы земной коры. Вот вы также, кстати, забыл, да, обязательно перед походом вашим уточните, не является ли ваш участок геопатогенным. Компас там будет себя, он будет сходить с ума. Вот. Но в остальном преимущество, оно однозначное. Поэтому, ну, хуже точно, ребят, не будет. Не помешает такой навык, как бы, да, ориентирование по обычной туристической бумажной карте и компасу. Мне же с вами остается только попрощаться. Как всегда, желаю вам большущей удачи, незабываемых вам впечатлений от ваших походов. И всем пока, до новых встреч, друзья.